Так, друзья мои, подписчики канала «Адская чайхана», прошу прощения за темноту и неясность видео, потому что съемки происходят ночью. На нашем канале мы решили не только снимать все время еду, вкусные рецепты, десерты и так далее. Также мы решили вас познакомить с местным флоридским ландшафтом, в частности, предновогодними и предрождественскими особенностями нашего солнечного штата. На улице температура приблизительно 18 градусов по Цельсию, естественно, плюса. И мы едем показать вам одно уникальное место. Оно находится примерно в 10 минутах от моего дома, приблизительно 2,5 мили. Итак, поехали. Так, подъезжаем к этому месту, будем искать парковку, потому что парковку найти будет тяжело. Люди практически с ближайших округов понаехали сюда в канун Рождества, чтобы посмотреть на эту красоту, которую я вам сейчас покажу. Вот мы еле-еле нашли паркинг, минут, наверное, 20 мы катались вокруг. Просто уму непостижимо, как такое могла сотворить рука человека. Причем эта прелесть распространяется не на одном доме, она распространяется вдоль по улице на протяжении порядка 20-25 домов. Такое впечатление, что все жильцы, умельцы, сговорились и купили недвижимость в одном районе, на одной улице. Так, начинаем обзор с первого дома. Вот, частный сектор, обыкновенный частный дом. В обычное, не праздничное время вы мимо проедете, даже не заподозрите, что этот дом на Рождество может сиять так красиво. Посмотрите. Герои всех диснеевских мультфильмов, они были приобретены в обыкновенном Walmart'е, но все это в сочетании, в совокупности создает абсолютно праздничную, невероятную, душевную атмосферу. Кто там? Пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Обратите внимание, хозяева домов для того, чтобы привлечь людей, они устроили вот такой вот огонечек, костерок для того, чтобы обогреть, потому что температура на улице для Флориды довольно-таки низкая. Скажем, сейчас время 10 часов вечера, она опустилась до плюса 10 градусов по Цельсию. Это довольно-таки холодно. Санта-Клаус на своей оленьей упряжке уже примчался к нам. Красота. Посмотрите, что этот человек сделал со своим гаражом. У него здесь и офис, у него и гардеробная, у него и ландри-рум здесь, и музыкальные центры, и телевизор, и все украшено огоньками. Пожать бы руку этому человеку, если бы не коронавирус. Это мои запчасти, бегут впереди меня, радуются, не нарадуются, хотя в прошлом году они видели то же самое, и у них все это всплывает в памяти. Праздник нам приходит в воздухе, витает рождественское предновогоднее настроение. Так, это у нас второй и третий дом. И эта вереница домов, она длится бесконечно на самом деле. Вот такую подсветку он устроил у себя на гараже. Красота по-американски, друзья мои. Друзья мои, приносим
извинения за неудобства. Все было снято на обыкновенный мой старенький, дряхлый 11-й айфон. Не смог как бы привезти с собой оптические, серьезные оптические приспособления в виде камер, в виде подсветок, вспышек и так далее. Ну, удовольствуйтесь тем, что есть. Вот. Кстати, как вам понравилось мое видео новогоднего десерта? Напишите об этом обязательно в комментариях. Пойдем посмотрим, что этот чудак делает. Hi, Merry Christmas! Hi, Merry Christmas! There he is. It's chilling down, we gotta have a little fire. Yes, to you too, enjoy! Вот чувак, хозяин дома, который создал эту красоту вокруг своего дома, посмотрите, он подогревает такую некую буржуечку для того, чтобы гости подходили, грелись и просто с ним общались, здоровались, обменивались поздравлениями. Так, а где мои запчасти? Запчастей потерял. Вон они. Дети, ну как вам нравится? А? Сэм, расскажи, как тебе нравится. Тебе нравится? Да. Вера, как тебе нравится? Ну вот, посмотрите, только в нашем рождественском сказочном лесу можно увидеть льва и олененка вместе на одной лужайке. И никто никого не кушает, как в адской чайхане. А мы сейчас подойдем к этому чуваку и спросим у него вообще, сколько времени у него заняло на все это. И сколько... Да, иду. И сколько всего огоньков приблизительно на каждом из домов? How you doing, boss? Hey, how we doing this evening? Did you do everything yourself? Yes, I put all the lights up myself, dragged them up there. We started the week before Thanksgiving Day, worked all that week. All of us on the block do this. And then on the Friday after Thanksgiving, we light them all up and How long took everything to make? Oh, I probably got 20-30 hours in stringing lights and all. Just that one big tree over there took me 4 or 5 hours to wrap all those lights on. And how many of those little lights you think has your house? I probably have about 20,000 lights here. Oh my God. Yeah. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Enjoy. Thank you. Yes. Я в ужасе, я в шоке на самом деле. Чувак говорит, что всего лишь 30 часов ему потребовалось, чтобы этот гигантский дом украсить вот таким вот образом. Как это можно сделать за 30 часов, для меня это загадка. В общем, для меня это загадка, это надо быть фанатом, энтузиастом. Это надо быть просто суперменом, бэтменом, спайдерменом для того, чтобы сделать вот это все за 30 часов. 20 тысяч огоньков. И, я не знаю, десятки каких-то вот этих вот декораций вокруг его дома. Ну вот очередной дом. Этот дом уже немножко поменьше. Но декорации, мультяшные герои у него, походу, побольше и в количестве, и в размере. Так, Сэмичка, только не трогай, потому что дядя обидится, если он увидит. Ну, кто-то из вас скажет, да, я видел круче в Норвегии, в Швеции, в Италии, в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, в Чикаго. Да, я видел круче в фильме «Один дома» там, или «Один дома 2». Но, тем не менее, ребята, посмотрите, как можно проехать мимо этой красоты, если она находится буквально на параллельной с тобой улице, в 10 минутах езды от твоего дома. И не надо ехать ни в Италию, ни в Нью-Йорк, ни в Швейцарию, ни в Майами даже.
А у нас в нашей деревне, под названием Бока-Ратон такая вот красота. Всех с наступающим Рождеством, с Новым годом. Merry Christmas and Happy New Year. А? Семик, не надо трогать, проходи сюда, Семик. Семик, дядя поругает, нельзя трогать. Но Семик всегда все трогает. Какая красивая собачка. Какая собачка. Какая красивая собачка. Доча, иди встань рядом с Минни Маус. Мы узнаем, что оказывается по соседству, буквально в 3 милях отсюда, существует еще одна такая точка. Едем туда. Так, вот мы подъезжаем на соседнюю улицу. Посмотрите, здесь буквально там 10, не так уж много. Но тоже очень красиво, очень кропотливо все сделано. Дети в восторге. Вот, я попытаюсь тоже припарковаться где-нибудь рядом. Но здесь нет большого сборища людей, потому что здесь всего несколько домиков. Ну, друзья мои, больше всего меня поражает, как такое возможно, что в ряд несколько домов как будто сговорились и практически в одинаковой манере все это дело украшают. Ну, как такое возможно, я не знаю. Видимо, существует какой-то идейный вдохновитель среди них. Друзья мои, я думаю, это видео вам понравилось. Мы его снимали от души вместе с моими детьми. Оставайтесь на канале «Адская чайхана». Мы будем вам показывать не только райские блюда, но и райские места Южной Флориды.